Возвращаться украинцам домой пока еще небезопасно. Вчера во время онлайн-встречи со студентами и ректорами украинских вузов президент Украины заявил, что финальная стадия войны самая сложная и кровавая. Отвечая на вопросы студента, Владимир Зеленский заверил, что после завершения войны Украина будет уделять большое внимание вопросу безопасности. Финальная стадия, она самая сложная, она самая кровавая, она есть. Мы не можем ограничиться и сказать: «Все, война закончилась». Я вам скажу откровенно, что в Киеве после деоккупации Киевской области есть такое чувство, что все, никакой войны нет. До того момента, когда летят ракеты. Летят ракеты, люди прячутся в бомбоубежищах. Но тем не менее, люди видят, что страна оживает. Так оно и будет. Ситуация с безопасностью будет стопроцентно работать только тогда, когда мы с вами деблокируем наши города и когда закончим войну. Так оно и есть. Но сегодня вы должны знать, что современное перевооружение нашей армии, то есть современная противовоздушная оборона, это то, чем занимаемся, чтобы в будущем никакие случаи или случайности, чтобы они не влияли на наши с вами жизни, на безопасность. Поэтому страну мы будем строить с наилучшими технологиями и с самыми лучшими технологиями безопасности. Я не могу сегодня всем кричать: «Возвращайтесь домой, все те, кто за границей», потому что война не закончилась. Это пока что выбор каждого человека.